Всем привет! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по Москве. Посмотрите, какая красота! Это сердце находится в торговом центре «Сезон», которое находится, в свою очередь, в здании гостиницы. Сейчас она называется, по-моему, «Четыре сезона». И здесь проходит выставка, туда я вас и приглашаю. Я вам сейчас все подробненько расскажу. Итак, я приглашаю вас на выставку Андрея Новикова «Мягкие и не очень». Галерея K35 Space совместно с торговой галереей Seasons представляет персональную выставку Андрея Новикова «Мягкие и не очень». Выставка включает живописные работы, посвященные размышлениям художника на тему становления человека. Детство, как основа для формирования личности, становится отправной точкой экспозиции. Работы с беззаботно играющими мальчишками, девчонками сменяются картинами, главными героями которых выступают неожиданные персонажи, забытые нами старые друзья, плюшевые игрушки из далекого детства. Однако на картинах Новикова их милое и мягкое обличие отходит на второй план. Здесь все мишки и зайчики становятся полноправными участниками взрослых мира, продолжая вести уже самостоятельную игру. Они – это отражение нас. Автор предлагает откинуть представление о несерьезности детской темы и попробовать через игрушки посмотреть на себя со стороны. Андрей Новиков, художник, родился в 1985 году в Ставрополе в семье художников-оформителей. Он является членом Творческого союза художников России с 2008 года. Получил образование сначала в Пятигорском художественном училище, а затем в Северокавказском федеральном университете. С 2008 года он магистр изобразительных искусств. В его портфолио множество грантов, наград и титулов победителя выставок. И вот с 12 февраля до 10 марта 2022 года вы можете посмотреть его картины здесь, вот в этой галерее Seasons. Ну вот, собственно, и все, что я хотела вам сказать про эту выставку. Ну, вы можете ее посмотреть. Ну, естественно, я зачитывала этот текст. Вот здесь есть такое панно в самом начале, где все это написано. Ну, просто не хотелось все это снимать долго и подробно на видео, поэтому я вам зачитала. Ну, чтобы вы имели какое-то представление все-таки, что же это за выставка. Не просто картинки посмотреть, а еще и подумать. Ну и, конечно же, мне очень понравилось оформление этой выставки. Здесь вот плохо видно, я пыталась, конечно, показать, что вот общий план, вы видите чуть подальше, к концу уже видео, очень красиво свисают наверху такие кубы с цветами, тоже с розами, и в конце вот этого коридора, ну, по бокам вы видите вот эти вот фиолетово-сиреневые такие вот столбы стоят, колонны, а в конце, вот там вот уже видно, очень красивая инсталляция сердца. Сердце такое все с цветами, такое, ну, оно мало того, что само по себе красивое, оно еще и как бы вот очень удачно сюда приурочилось ко дню всех влюбленных, ну, и, наверное, к 8 марта, наверное, здесь тоже достоит, я, по крайней мере, так думаю. Вот, ну, я не стала показывать название каждой картины, в принципе, и так все понятно. Вот, поэтому, если вы будете проходить мимо или просто вам захочется посетить выставку бесплатно, без QR-кодов, и в то же время очень симпатично, и совместить это даже с покупками какими-то, вы можете сюда приехать. Ну, повторюсь, для тех, кто не знает, это галерея, это торговый центр, находится в бывшей гостинице «Москва». Сейчас она, по-моему, называется «Четыре сезона» или «Сезоны», как-то так. Вот. Ну, здание осталось то же самое.
Недавно в нем была реконструкция и реставрация. И вот на Манежной площади, на площади Революции, близко есть вход и со стороны Театральной площади, где памятник Карла Маркса, Марксу, и со стороны площади Революции тоже есть вход сюда. Я сама здесь, честно говоря, была в первый раз. Мне очень понравилось, очень так красиво, так как-то спокойно и душевно, так уютно. Хорошая галерея и вот еще и выставка. Я так понимаю, здесь вот, наверное, в этом пространстве проходят иногда выставки. Это, наверное, не первая, не последняя. Вот, ну, сейчас мы с вами дойдем как раз до сердца. Я вам покажу сердце. И вот на этом видео будем заканчивать. Ну, давайте еще немножечко здесь походим. Посмотрим. Возможно, вот видите, наверху кубики такие прозрачные висят. Вот их я вот пыталась вот показать. Видите, вот висят. Вот они, прозрачные кубы такие с цветами. Ну, цветы, конечно, искусственные. И такие же цветы на сердце, вот в конце. Ну и впереди там, вот вы видели, Мишка тоже сидит и тоже украшен вот цветами. Вот такая здесь красота. По-моему, очень красиво, очень так со вкусом, необычно. Красивое сердце. Это все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Я жду вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем всего самого-самого доброго. До свидания, до встречи. Пока-пока.